Ну, по крайней мере, это... Вы ведь меня простите за то, что я умер, спасая шмопса, не так ли? Конечно, простите. Вперед! На. И я не посылаю эту игру на. А просто это такое задумывавшееся на, которое говорит мне, что да. Разучимшись. Быстрее нужно думать. Но я, честно говоря, думал, что шмопс умрет с первого удара. А он, видите, ему 2 или 3 нужно шипами. Так что он крепче меня. Так, потяпки пускай там висят. Мышку мы дождемся. Хорошо. И шмопс у меня из контроллера орет, но издалека. Как-то так далеко, как будто контроллер отложил в другой комнате. Так что все нормально. Значит, мы его еще найдем. Не так ли? Не так ли? Пожалуйста, скажите мне, что мы найдем шмопса, и все будет хорошо. Да, вот. Все будет хорошо. Ву-ву-ву. Вот, а я о чем? Знаете, вот вся его. Вот все его мнение и вся его политика. Ву-ву. И о чем тут еще нужно думать? Окей. Сундук с... Уй. Ай, мяй. С другой стороны, грабить магазин с этой штукой легче. И ее можно вот так вот бросать. Она, в общем, полезная штука. Ага. Сказал магазин грабить. А в магазине джетпэк. Мужик, не жилец. Извини, конечно же. Но джетпэк. Класс. Вот. На вопрос, за что бы вы убили человека? Продавца магазина. Человека! Нет, фотоаппарат как раз на самом последнем уровне просто гениальный, но нам нужен дробовик. Так, а мы идем за шмопсом. Конечно же, он обрадуется, что в этот раз мы решили убивать не его. Он так, ууу! И как бы, и все поймет, и все простит. По-моему, он выше меня был, не так ли? Так. Джетпэком все немножко и легче, и сложнее. Чтобы разобраться, в какую... Ой, ёшкин. Так, да. Терять жизнь я не хочу. Лучше потеряю. Ву-ву-ву. Вот. Ву-ву-ву-ву. Так, спокойно. У меня просто зеленые перчатки, которыми я цепляюсь за стенку. И я вернусь за дробовиком, не так ли? Я ведь не забуду. Я ведь не испугаюсь привидения и... Не стану бросать просто так дробовик, потому что меня на следующем... Этаже 2 продавца ждут, не так ли? Я ведь запомню это. Угу. Шмопс, помоги мне. Помоги мне сделать этот злодейский план. Оп. А! Твою налево. Мышь, извините, я вам наорал немножко на душу. Ну, теперь мы идем далеко. Возвращаем дробовик на место. Нет. Липкие руки это... Скажем так, если бы я точно знал, что я бы никогда не потеряю джетпэк, то липкие руки можно было бы с собой не брать, вон он. Ну, потому что липкие руки очень нужны, но это когда джетпэка нет. А когда он есть, они больше мешают и путают. Угу. Есть. Отлично. Это не для меня. Все хорошо. Шмопс нас лизнет, и все будет хорошо. Не так ли? Так. Привиденица. Слышу тебя, слышу. Не надо мне тут. Бумеранг. Умри! То, что уже умер было давно-давно. Давайте выйдем отсюда. Люди, вы... Ой, ой-ой-ой-ой. А что этот? Подождите. Кричалки не работают. Это страшно и ужасно. Подождите. Сейчас я к вам подойду. Да. Давайте продолжим. Сказал я и запустил уровень, на котором меня ждет привидение. Хорошо. Так, если кричалки не орут, первое, это что же это такое? Что же это за безобразие такое?
А второе. Тя-тя-па-тя-па-тя-па-тя-па-тя. Так. Давайте посмотрю. Кто... Огромное спасибо, господин Пожарский. Мод на шмопса, чтобы орал «помогите», нет, потому что я играю на PlayStation. А в общем, господин Сион, огромное спасибо за... Тя-па-тя-па-тя-па-тя. Спонсорство. Ну, по-моему, это было где-то там. До стрима еще человек заспонсорил. Огромное-огромное спасибо. Итак, давайте пойдем дальше. Так. А почему кричалки не работают? Странно. Непорядок. Давайте я просто вам тогда запущу эти кричалки. Где они? Alert box. Так. Это люди получат, которые сбросят бублики. Это люди получат, которые станут спонсором. А это... Те, которые напишут в суперчат. Без понятия, почему оно не работает. Но неважно. Идем дальше. Шмопс нас зовет. И как раз я совсем снова забыл о привидении. Шмопс! Шмопс! Не бойся. Ты у нас первый приоритет. Максимальный приоритет. Так. Там срезать не получится, а у нас всего лишь две бомбы пока что. Как бы было бы приятно, конечно же, еще один магазин найти. Да, я эти комбинации помню. Абсолютно нечестные комбинации. Здрасте, товарищ продавец. Ух ты, А как там выжить? А, он там. Они там по магазину тусуются. Да. Окей, хорошо. В магазине как раз ничего такого крутого. Пускай они тогда тусуются в магазине. Мы пойдем за шмопсом. Угу. Стреляй сколько угодно. Обижайся сам на себя, то, что у тебя такой классный магазин. Без дверей. И можно снаружи магазина найти все, что в магазине. Потяпа. Я его просто в живых оставлю, чтобы ему было стыдно. Знаете? Вот именно так. Хорошо. Они оба все еще там. Я уйду. Я же простой человек. Я просто уйду. Так. Опаньки. Ой, я уже слышу этих... Слышу продавцов, как они буйствуют. А, дамы и господа, если у вас есть картинка стрима, а нету звука, может быть, на стриме стоит включить звук? Так. Та музыка, она... Вот единственная причина, чтобы не убивать продавцов, это потому что они ломают весь кайф в музыке, которую здесь включают. Так, туда наверх. Можно было бы пойти, конечно же, понадеяться на... За что меня так? За что ты встал и ожил, и начал меня наказывать? Я тебе веду нормально. Я нормальный человек с джетпэком. В чем проблема? Я не понимаю. Видите, шмоб со мной полностью соглашается. Говоря, во-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 
одном месте. Ну, по крайней мере, продавец сделал что-то полезное. Как бы это сделать? Эдак так. Давайте шмопса отпустим. Я очень надеюсь, что продавец его не убьет. Что-то продавец тихо сел. Нет, нет, нет. Они с шмопсом, ну, не то чтобы дружат, они раба убили. Они просто так взяли и убили в раба. Так, я тут просто ах, твою налево! Видите? Он меня, и я его, и мы друг друга. Господин Эверкрафтер, огромное-огромное спасибо за бублики. Извиняйте, кричалки что-то сегодня не кричат. Багуют, понимаете ли, багуют. Так. Позор, багуем, по полной багуем. Не. Спокойно.
Шмопс на меня кричал, а его здесь нету. Беспорядок. Что-то в мире не то. Оп! Я чувствую это в земле, я чувствую это в воде. Что-то в мире совсем-совсем не так должно быть. Но шмопс на меня орёт из контроллера, и все в порядке. Потяп. А куда мне вообще нужно идти? Вот честно. Куда мне нужно идти, чтобы его найти? Я понимаю, что он громко на меня орёт. Но, с другой стороны, когда он был не из контроллера, было слышно не тише и громче, а было еще направление слышно. Более или менее. Немножко. Совсем чуть-чуть. Тихо. Есть. Хорошо. Оставили наверху. Бросили бедного шмопса на самом-самом верху. Ну ничего, у нас веревок много. Мы вернемся. Мы вернемся и найдем. Мы его из-под земли достанем. Мы его будем гладить на унитазе, или как там. Как это изречение было? Давайте посмотрим здесь. Мне почему-то хочется посмотреть здесь. Опаньки. Есть. Есть. И вон он. Он просто за этим. За бомбами и веревками прятался. Есть. Пошли. Да, со мной. Давайте стрелку с собой возьмем. На стрелку. Отлично. На следующий уровень. Так. Рубинчик собрали. У меня почему-то в голове все еще играет эта вот разъяренная музыка продавцов, но нет, все нормально. А, вот почему. Потому что где-то здесь рядом ПТДовец. А давайте у ПТДовца купим компас. Кирка тоже классная штука. 7000. Вот если буду... А вот у нас здесь есть деньги, чтобы оба купить. Да, получил деньги, чтобы оба купить. А как же? А тоже. А я типа забыл, что это за игра и о чем она. И как она ко мне вообще относится, да? Забымшись. Так, смотрим. Там никого нету, шмопс. Иди просто, не умри. Так, ля и ля. Хорошо, кирка со мной? Со мной, отлично. Давайте тогда пойдем. Кирка очень полезная вещь, особенно на джунглях. С другой стороны, она везде полезная вещь. Угу. Единственное, что когда несешь шмопса и кирку, нужно трижды возвращаться в одно и то же место. В которое посылает. И ты туда возвращаешься, потому что послушный мальчик. Ну почему везде монстры? Вот кто их туда запер? Вот реально, кто сидел и запекал в горшках? Мне почему-то кажется, что горшки недостаточно большие, чтобы в них могли залезть. Нет, монстров взяли и запекли прямо в глину. По абсолютно жестокому. Угу. Так, спокойно. Эти вот попа-потяпы, которые висят у себя на попе. Я их оставляю в живых, чтобы они потом стыдились. Чтобы рассказывали другим поколениям о том, как они ко мне плохо относились. Ибо это правда. Так, давайте. Окей, давайте тогда пойдем дальше. Есть. Как будто я знаю, что я делаю. А теперь вернемся, потому что я знаю, что я делаю. Я знаю, что там ситуация, ну вообще не ахти. Еп, есть, достали. Во-во-во-во-во. Соглашается со мной. Шмопс. Я просто хотел, чтобы он упал вниз, а я пробиваю для него дырочку и толкаю его снова дальше. Так, спокойно, золото. Мужик, ты ведь там тусуешься? Нет, он... А зря! А мог бы стоять, мог бы жить дальше. Я ведь ему... Ой, ё-моё, так. Нормальный дом сделал, не так ли? Маленькая ступенька. Как бы немного, но свое. Не чужое. Там. Не на съемной квартире живем. Своя ступенька есть. Ну что ж. Шмопс. Твою налево! То есть я совсем не разочарован. Беспричинно шмопса убил. Я думал. О!
Кричалка работает! Огромное-огромное спасибо, коллект. Огромное спасибо, господин товарищ. Вы так отпраздновали смерть Шмопса? Вы жестокий человек. Так, это было... Это конечно же, было неприятно. Вот честно, знаете, когда оно случайно, когда... А так оно... Ну, задело меня эта смерть. Это вы из Шмопсов. Видите, настолько задело, что я играть разучился. Поэтому давайте лучше пойдем с этого уровня, чтобы дальше не страдать. Ну что ж, долей, долей. А долей у нас сразу же Шмопс и ядовитая змея. По-нашему еще гадюка. Так. Ву-ву-ву-ву, сказал Шмопс, и мы пошли дальше. Такс, я понимаю, я... Ну вот и что, если я его пожертвую? Ну вот и что с этого? Чтобы его... Вот, так вот будет с каждым, первое. Второе, если я его пожертвую? Есть, хорошо. А с другой стороны, если я его не пожертвую, то я сейчас брошу просто на эти... На шипы? Я не слышал звуков смерти. Они, скорее всего, были очень далеко, но я их не слышал. Значит, все в порядке. Перчатка, которую я вообще не помню, что она делает. Бомбы ловит, бросает... А, сильнее можно бросать бомбы, вроде бы. И дальше. Вроде бы можно... Да-да-да, просто напрямую бросать вещи. Все-все-все, помню. Они не по дуге летят, а просто напрямую. И как я там словил яда кусок, я, честно говоря, не знаю. Шмос живой, все нормально. Куча потяпап. Потяпап-пап-пап-пап. Это очень странно выглядит, когда все просто летит вперед. Так. Ключ! Есть ключ! Глаз! Есть глаз! Шмопс! Есть шмопс! А вы видели новый Бэтметал? Первое, для тех, кто не знает, Бэтметал это очень-очень классный ютубский мультик. Люди, по-моему, даже... Честно, нет, знаете, я даже не буду говорить. Я без понятия, какой они национальности. Но, делают мультик шикарно. Это шикарная вещь. И сейчас новый Бэтметал вышел. Но, по-моему, про чек это с прошлого мультика. Здесь это Rise. Люди, которым нравится металл, они знают, что это такое, и они поймут меня. Ну, подавись. Ну что... Нет, я не забыл кирку. Я ее запланированно оставил там. Где-то там. Обезьяна, иди в попу. Я спокоен. Я абсолютно... Все хорошо. Я абсолютно спокоен. Я вижу, где шмопс. И как до него добраться... Ну, я без понятия, как до него добраться, не умерев. Вот так вот как-то так. Каким-то таким хитрым образом. Ага. Хорошо. Теперь... Раз. Берем мужика. Скармливаем его растению. Растение берем, бросаем его туда. А лягушка, может идти в попу. Куда она пыталась залезть, но не получилось. Так, там наверху ничего? Нет, вроде бы ничего. Здесь мы выживем? Вроде бы выживем. Такс. Я, конечно же, мог бы пойти в червяка, но я не хочу, потому что мне там страшно. Мы просто скормим шмопса его. Это быстро. Шмопс выживет. И переживет это. Я... Так, тихо, я сейчас на всех обижусь. Я сейчас, вот, честно. Вот, ня! Он из рук вырывается. Этого я как раз не помню. Мне почему-то казалось, что если его в руках уже держишь, то он не вырывается никуда. Остается в моих таких крепких золотых руках. Ну, ничего, не страшно. Ага. Я не умру на этом золотом, на темном уровне. Потому что я не умру на этом. Без причины. Просто потому что. Притом именно так и написано. Потому что. Так, что там у нас? Она просто светится страшно и зло, да? Да, это нормально. Ага, а также у нас все летит просто вперед, что тоже нужно помнить. Так. Попытаемся не быть съеденными. Да, все, факел. Факел нам показал факел и ушел
сказала, что жить дальше, не скучать по нему. Так. Вот это 100% ловушка. 100%. Прыгни вниз, собери золотого жучка, ты не умрешь от чего-то страшного. Я спокоен. Притом, вот это самый страшный экран смерти, который я когда-либо видел.